Ребят, всем привет! Я выбралась в магазин, и вот такая у нас загрузка. Закинула сотку и хочу вытащить вот этого Микки. Или Мини Маус, да, розовенькая девочка. Кто меня смотрит, тот помнит, что эту игрушку я практически вытащила. Она у меня упала как-то перед Лузой, и все, я ее не смогла вытащить. Опа, будем надеяться, что сегодня заберем. Еще меня привлекает вон та длинная коровка, но... Сначала поиграем на мини. Так, ну что. Сейчас уже вечер, а автомат до сих пор полный. Это меня смущает, потому что загрузка была с утра. Мне звонили на обмен, но так как я болею, я не поехала менять игрушки. Давай. Нет, смотрите, не хочет брать. Очень жаль. Смотрите, она грязненькая какая-то, видите, вот у нее ручка грязная. Но меня это не смущает, мне хочется ее вытащить. Вообще не берет ее, смотрите. Так, а корову вот эту, может, потом попробуем. Нет, не получается. Так, вот видите, корова лежит прямо над Лузой, но она длинная, и она там с другого конца закопана. Смотрите, да, она закопана. Сумка прикрытая, и она закопана. Надо сумку убрать, наверное, чтобы ее раскопать. Нет. Не хочет она выходить. А так, да, было бы круто забрать такую корову прикольную. Нет, сумка ручками тоже за что-то зацепилась. Так, ну вот видите, вот этот смурфик лежит под коровой. И может быть, если мы его уберем, то коровка по-другому ляжет? Как думаете? Не хочет. Ладно, будем мини вытаскивать. Ладно, коровка не хочет. Будем вытаскивать мини. Может быть, она нам подастся. Не, ребят, не получилось. Закинули вторую сотку. И будем играть дальше. Хочется, конечно, что-то выиграть сегодня. Но посмотрим. Так, отвечаю на вопрос, чем мы заболели. Мы простудились. Мой ребенок начал ходить в садик. Ему 2,5 годика. И принес из садика простуду. Температуры уже нету. Только вот у ребенка сильный насморк. От соплей кашель чуть-чуть появился. Надеюсь, что на этом все и закончится. И мы скоро снова пойдем в сад. Те, у кого детки, те меня поймут, что с началом садика все болезни сразу же начинаются. Всем спасибо, ребят, кто нам желает выздоровления. Все читаю, всем огромное-огромное спасибо. И вы не болейте, берегите себя. Сейчас погода обманчива, поэтому одевайтесь по сезону. Ну что, мышка так нам и не поддается. Не хочет она выходить отсюда. Вообще, смотрите, легла как вкопанная. Давайте, может, попробуем смурфика вытащить из-под коровы. И она, может, упадет, и легче ее будет достать. Ребята, терзают меня смутные сомнения, что только что был сильный захват, и я его просто профукала. Блин. Смотрите, все. Все пропало. Ё-моё. Нет, все, смотрите, вообще клешня не берет. Ой.
Ой-ой-ой, как же я могла так поступить, ребята, я же, блин, ах. Сколько раз я себе говорила, пока не вытащишь большую игрушку, мелкий, не цепляй. Все, ребята, можете писать мне гневные плохие комментарии, ни на что обижаться не буду к этому ролику. Ой, блин, как я могла так протупить? Ребята, это просто облом года. Блин. Ой, закинула еще 50 рублей в надежде, что может все-таки я хоть что-то еще вытащу с этого автомата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, цепляет. Цепляет эту мышку, но отдать не хочет нам ни в какую. Ой, так, у меня сопли. Нет, смотрите. Не получается ни в какую просто. Давай. Ё-моё. Если бы, кстати, не было этой коровы, то мышка бы упала гораздо ближе к Лузе. Видели, мышка об коровку ударилась, и корова ее не пустила туда. Ладно. Блин, нет, только не за туловище. Туловище мелкое, она выпадает с клешни, с этой. Ой, ребят, ну ё-моё. Ладно. Как получилось, так получилось. Смотрите, еще 50 рублей в автомате. И все-таки... Блин, я не видела. У нее еще вот ушко грязное, видите? Но это не грязь, это просто пыль. Это можно салфеткой влажной потереть, и все ототрется. Вот я не понимаю, как в таком состоянии игрушки закидывают в автоматы. Не знаю. Я вам уже говорила, что у меня есть такая мечта поставить свои автоматы в городе. Вот, и если я поставлю свои автоматы когда-нибудь, то у меня будут классные игрушки в автоматах. Давай, нет, ух ты. И лицо у нее чуть пыльное. Ну да, блин, как-то не очень. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, смотрите, все. Кстати, по дороге в этот магазин мы заехали в парочку автоматов. И игрушки там прям совсем мелкие и некрасивые остались. Ребята, еще 50 рублей в автомате. Хочется мне все-таки сыграть по полной сегодня и убедиться в том, что я профукала эту попытку. Я ходила, меняла деньги. Кто-то, видимо, пытался игрушки вытащить. Ой, так. Что же вытащить, кроме этой мышки? Больше нечего. Давайте ее и пробовать уже. Раз начали, вдруг повезет. Давай! Нет, смотрите. Ни в какую, просто ни в какую не отдает эту мышь. А смурфика я, наверное, здесь и оставлю. Посмотрим, оставлю или нет. Нет, смотрите. Не получается. Ни в какую, просто не отдает нам игрушку и все. Понимаете? Нет. Да, все-таки я профукала свою попытку счастливую. Потратила ее на этого смурфика, которого я здесь и оставлю. Вот так вот. Что, ребят, еще 50 рублей. И, наверное, будем закругляться, не знаю. Обидно, понимаете, обидно вот так игрушки оставлять, на которые ты уже спустил деньги, профукал попытку.
Я себе этого, наверное, никогда не прощу, не знаю. Ну, не никогда, а долго еще буду я себе это припоминать. Вы знаете, я заметила, что с этой мышкой у меня связана только лажа. В тот раз она прямо возле Лузы упала. В этот раз, блин, профукала счастливую попытку. Значит, эта игрушка не моя. И мне не нужно даже на нее никогда теперь играть. Ладно, это все шутка, но, блин, вот так получается. Вот эти вообще не хочет. Вообще не хочет выходить эта мышь Минни-Маус розовенькая. А, кстати, в одном из автоматов, знаете, что я увидела? Платьице от этой мышки. Кто-то, видимо, достал мышку, а платьице осталось лежать. Вот так вот даже бывает. Ой. Вот так мы сегодня сыграли. Так, я еще закинула 30 рублей, ребят. Смурфика вытащила. Показывала человеку, что реально достать. Ко мне подошел мужчина, говорит: да не тратьте вы деньги, не доставайте. Я говорю: да можно вытащить? Он такой: да ничего отсюда не вытащить. И я ему показала этого смурфика. Хотела подарить, но он говорит: да мне игрушки не нужны, у меня нету детей. Все. Сейчас я его положу обратно. Ладно, ребята, всем большое спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. А мы попыточку доигрываем и едем домой лечиться. Буду ждать новых загрузок, потому что в этот раз загрузки уже... Все. Все эти автоматы разобрали, остался только этот. А здесь почему-то игрушки не вытаскиваются.